Планы работы на следующий год обсудили в Управлении Федеральной налоговой службы региона. Там прошло заседание общественного совета. Участие в нем приняли бизнесмены, общественники и представители контрольно-надзорных органов. На повестке дня обсуждалось сразу несколько актуальных тем. Открыл заседание председатель организации «Опора России» Юрий Романов. Он заявил о том, что необходимо упростить процесс оплаты налогов для предприятий малого бизнеса. Важнейшей задачей государства в настоящее время является создание эффективной системы налогообложения субъектов малого бизнеса, адекватной российским условиям и создающей стимулы для развития малого предпринимательства. Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий и они стремились вести свой бизнес в легальной, но не в теневой экономике, необходима однозначность, стабильность системы налогообложения и справедливый уровень изъятия части доходов. Сделать налоговое администрирование более упрощенным, более понятным, потому что предприниматели зачастую неграмотные в рамках налогового администрирования и вынуждены привлекать профессиональные кадры, что дополнительно несет нагрузку на бизнес. А для вообще малых микропредприятий, то есть мы предлагаем принцип одного окна. Пришел, оплатил налог и веди деятельность спокойно.